ușă prin discuție. Доброї ночі, шановні колеги. Ми починаємо прес-конференцію після матчу київського «Динамо». Головний тренер команди Мірча Луческу, гравець команди Олександр Тимчик і асистент головного тренера Еміль Карас. Будь ласка, ваші запитання і до тренера, і до гравця. Я думаю, перемішку можете ставити запитання. Прошу ваше перше. Сегодня «Динамо» повторило самое большое поражение в Лиге чемпионов. Это было следствием индивидуальных ошибок футболистов или мастерством соперника? До кого запитання? До тренера? До мистера. Будь ласка. Eu? Да. Да, ну, результат рефлектирует ситуацию на терене. Экипа Bayern foarte puternică, foarte bună echipă. Am spus și înainte de asta că eu o consider candidata numărul 1 la câștigarea Champions League. Rezultat показа то, что происходило на футбольном поле. Я и до игры говорил, что Bayern Munich претендент номер 1 на выигрыш Лиги чемпионов. Știam că nu putem să ieșim cu ei la atac pentru că spațiile care rămân în urma atacanților noștri le pot folosi prin mai multe mijloace și pasele verticale foarte bine și accelerările și care le-au făcut și driblingurile pentru că puteau să scoată ușor jucătorii noștri în joc, ceea ce s-a și întâmplat mai repriza a doua, pentru că mi se pare trei din golurile lor au fost marcate când mingea era în piciorul nostru și am făcut greșeli копилорешти тейниче. Знал, что нельзя выходить играть на атаку с таким соперником, потому что оставляя зоны за своей спиной, эта команда умело использует за счет вертикальных передач, за счет индивидуальных действий. И это показали они во втором тайме, когда мы пошли отыгрываться, забивать гол. Am jucat bine până la primul gol. Я, наверное, из пяти, наверное, три или, может, даже четыре гола я уже были сделаны как раз на наших ошибках, когда мы отпускали мяч далеко, когда мы выходили из обороны, и они нас ловили на наших ошибках, ловили на контратаке. Până la primul gol noi ne-am apărat foarte bine, în afară de șutul lui Sule de la distanță, nu am avut niciun fel de posibilități. Pe urmă, penaltiul a schimbat totul. Un penalti care, nu știu, din câte spuneau băieții, Siderciuc a fost împins, alunecând, se pare că a atins mingea cu mâna. Până nu o văd la televizor, nu pot să-mi dau seama. Prea ușor dat acesta penalti. До первого гола мы играли хорошо, мы сдерживали натиск соперника, там моментов практически не было, кроме удара Золи издалека. Но этот пенальти, естественно, пропущенный гол, оно сразу меняет ситуацию на поле. И мне надо посмотреть этот момент. Но ребята говорили в раздевалке, что там был фол на Сидорчуке, поэтому его толкнули, и он сыграл этот мяч рукой. После пенальти поменялась, естественно, ситуация на поле. Am început să aibă teamă, apoi golul al doilea, când mingea era în picioare, Andreevski a prelungit-o, a pierdut mingea, pas direct la с какой легкостью мы пропустили второй мяч. Когда Андреевский продлил себе мяч слишком далеко и спрессинговал соперник, и одним пасом вывел Левандовского один на один с нашим вратарем. Это легкость, скорее всего, от наших неуверенных действий, от нашей боязни ошибиться. Реприза, да, мы черкали, что мы соешим, а мы в 3-4 ситуации форте буне для марка. Dar cu riscul de a lăsa spații în spate la viteza jucătorilor și tehnica jucătorilor Bayern, ușor de a ajunge la finalizare. Ați văzut și golul marcat de Sané. Un astfel de gol nu poate să-l facă decât un jucător de foarte ridicat nivel tehnic. После пропущенных мячей мы пробовали выходить в атаку, мы контратаковали, у нас было несколько выходов хороших, даже в численном преимуществе, но, к сожалению, последний пас, мы его теряли, мы его неправильно думали или неправильно играли, и поэтому не смогли забить. Уходя вперед, мы оставляли за спинами свободной зоны, и соперник этим умело воспользовался во втором тайме.
Ну, а гол СНС с острого угла, это еще раз показывает, да, показал высокий уровень мастерства и этого игрока, и не только его, а всех игроков Bayern Munich. Deci nu puteam să avem pretenții să câștigăm la Bayern. Am încercat în prima parte, după care băieții au cedat. Bayern nu este o echipă extrem de puternică. Candidata numărul 1 la câștigarea al Champions League. Riscă și ei, adevărat. O altă echipă nu pot să facă ceea ce au făcut azi. Riscăvale... Rămâneau permanent în inferioritate numerică. Un singur jucător marca. Toți atacau, toți atacau. Eu nu știu, noi dacă aveam puțin mai mult încredere, nu puteam să marcăm și noi două goluri, fără niciun fel de probleme. Ca și azi, pentru că несколько раз они оставляли защитников своих один-один с нашими нападающими, но не смогли воспользоваться. С другими командами, наверное, они так не будут играть. Но по мне, они одни из кандидат номер один на выигрыш Лиги Чемпионов. Прошу запитання, колеги. Тоді, з вашого дозволу, у мене запитання до Олександра Тимчика буде. Скажіть, будь ласка, от такі болісні поразки, вони пригнічують моральний дух гравця, особливо про молодих, у нас в команді багато таких. Чи, можливо, спонукає до негайного реваншу, обов'язкового реваншу? Та, звісно, ми розстраюємося сильно за цю поразку, але містер зробить виводи, покаже нам наші помилки, так як він повторився, що ми завдяки на своїх помилках, завдяки вони забили наші голи. Ми будемо розберемо гру і зробимо висновки і будемо двигатись далі. Спасибі. Колеги, є ще запитання у кого? Будь ласка, Богдан Ілюк. Питання до Олександра. Було багато браку, якихось непевнених дій, це більше психологія. Ну, як показав сьогоднішній матч U19, Динамо може грати з топ-командами Європи і демонструвати якісний футбол? Ну, браку було багато, тому що команда хорошо йшла в пресинг. Ми прагнули виходити м'яч через комбінацію, але особо не вийшло, і за цього був брак. На цьому спасибі. Якщо більше запитань нема, то ми будемо говорити вам до побачення і Auf Wiedersehen. Чекаємо в Києві. Дякую.